I'm alive. У мальчишек на завтрак овсянка. Смотрите, как у меня жутко отрастают волосы. Хоть здесь длина и есть, но здесь все очень коротко почему-то спереди. Не могу понять, с чем это связано. Выпадают волосы в основном спереди. А сзади я такого не замечаю. У вас тоже так, мне странно. Я бы хотела отрастить волосы одной длины. Даже если я сейчас подстригусь еще раз, я сомневаюсь, то я буду подстригаться с тем расчетом, чтобы выровнять волосы. Очень хочется быть привлекательной для своего самоощущения, для своих пацанов. Моя рекомендация – почаще носить платье. В платьях любая девушка, женщина всегда женственнее, красивее и привлекательнее. Я к этому стремлюсь. И нашла для себя очень бюджетный и стильный вариант. Это бренд Trendoll на AliExpress. Это очень хороший турецкий бренд. С 28 по 31 марта на AliExpress скидка 70%. Обязательно зайдите в описание под видео. Я вам оставлю ссылочку, промокод, который даст вам дополнительную скидку. И вы сможете еще больше сэкономить. Поторопитесь, обновите свой гардероб. Будьте счастливыми, красивыми, привлекательными для себя и для ваших мужчин. Я нашла даже для себя там очень много вариантов для кормящих мам. И планирую немного обновить свой гардероб. Вот, это ему и... Общий, да? Ваши вместе строили. Очень круто. Супер, мне нравится, когда вы так играете. А, попробуй догадаться, ты. Нет, им будет управлять гусь. А, звери, да, лесные? Да. Успела смонтировать видео. Саня уехал с утра на работу, обещал на 20 минут, уже его нет 4 часа, и так всегда. Если у вас также, напишите, а нет, написать вы не сможете мне, потому что комментарии отключены, так что ладно, не пишите, лайк поставьте. Ты от кого прячешься, Клим? От Вовчика. От Вовчика? А покажи, кстати, как ты мочку вчера разбил. Смотрите, вот упал вчера мой кутюныш. Расскажи, как ты упал. С самоката. Больно было? Да. Может, мы сейчас... Да возьмем... что ты сейчас... Может, мы сейчас возьмем 2 ложечки? Чего? Мы просто там такую вот мякоть едим. Смотрите, у меня тут целый тазик подгузников. Так, что за мякоть? Надо уточнить. Что за мякоть вы едите? Сама иди посмотри. На балконе. Откуда там мякоть на балконе взялась? О! Что за мякоть вы едите? Колитесь. Нет у нас там. А где мякоть? А я спрятал прямо от тебя. Ну честно, что это? Типа да, печенька. Печенька? Она вон там, за диваном. А, это что ли? На обед у нас овощи. Санина рыба. И картошечка почти готова. Остро? Картошка. Я, кстати, не буду пробовать. Да не может быть, она такая же, как и та. Сломал Климкину постройку. Хорошо, что Клима пока нет. Тебе, кажется, влетит. Вовун. Глаз растекся. Сейчас сильно меня укусил за грудь. Что у меня аж искры из глаз пошли. Никогда меня так не кусал. Не Клим. Еще главное, вцепилась, еле отцепила. И смеется, смешно ему. Да, вот такие вот случаи бывают. Эй, глупыш маленький.
Хулиган. Вова! Эй! Вова! Ты почему такой хулиган? Теперь пытается собирать. Что-то там думает в своей голове. Маме точно влетит за то, что я не уследила за Климкиной архитектурой. Он пока. Нет. Вот дед молодец. Стоит. Что, понравилось? О, дед пролетел. Ты скажи мне, почему ты такой злой? Я не злой. А какой ты? Почему ты вечно орешь на меня? Потому что ты... У меня фотографии не сохраняются с WhatsApp'а. Что? Что значит не сохраняются? Ты мне сделал, чтобы не сохраняется, теперь я не могу с WhatsApp'а выгрузить ни одну фотку. Далее. Ты отправил? А что ты смотришь? А как я хочу смотреть? А выключи. Да, и без тебя ничего не могу сделать. А ты это сделала целый день, целый день. Короче, я поняла, он живет там у себя наверху, где другие люди не ходят. И непонятно вообще. Давай. Давай, давай. А мама где ходит? Ой, ну прикольно. Давай, давай, ногу ставь. Ногу вторую подставь. Папа, погладь собачку. Зачем ее гладить? Погладь. У тебя вон руки и так грязные. Покусить. Ну нежно кусаешь, что ли? Она играется. Она даже не кусается. Папа, папа, такой пыль, я открываю. А, скулит, да? Сына? Все, бок, все, бок, все, бок, все, бок. Перебор. Нет. Климон, это подожди, Игорь. Все, ага. Это Димон. Димон. Ты что? Иди погоди. Ты меня кусаешь. Ничего себе, Игорь. Не боится ни собак, никого. Это потому что Дима, он добрый. Да? Димон, Лимон. А когда ты понял, что он добрый? Я эту собаку только сегодня вижу. Впервые. Ну ты смелый парень. А у него сейчас с ногой. Бедняга. Вы уже проверили, да? Да. Хорошая собака. Она... Он начал на меня нападать, когда я брала его ножку. Покажись, какой ты чертенок маленький. Руки, ничего не трогай. Иди мой. Раздевайся и мой руки. Клим. Да вот это значит, что не надо есть это. Руки иди мой, потом дам. Замерзли? Да. А это что? Собирай. Анфиса здесь. Анфисочка. Вот так вот мы навязали ей специальный ошейник, чтобы она себя не лизала. Да ты девочка, девочка. Бубок, смотри. Ну, надо фанта что-нибудь. А мыть обязательно? Утек никак. Утек никак, 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 да. Ну тихо, 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 тихо. Вот без зубика третьего смотрим. И все прям влипают. А вовнун. О, летит. Я прямо
Бабуся. Бризер тебе включить надо. А котенька тут готовит. Будет вот с такими лепешечками. Супчик? Да. А это зажарочка? И того. В блендере сделанное, да? Здесь чечевица, картошка, морковь, специи. Вот у меня будет бульон. Угу. Блин, надо уже торопиться, скоро спать. Покупай, поторапливайся! Их разыскивает милиция. Ну и освещение. Здесь, если честно, какое-то не очень освещение. Ты уже спать хочешь? О, как же пахнет! Вкусно, что ли? Да. Вот. А супчиком вкусным, с лепешечками? Вау, да? Так, что вы тут разбросали? Где твой корабль Лего, Клим? Да, вон он. Такой супчик. Это называется суп с лепешками. Да. А вот. Ну вот же лепешки. Вот. Как Вавун по стол пешком ходит. Ну. Вавун по стол пешком пошел. Не дает Климу спокойно поесть. А кто там? Говорит, слышал, да? Да. Да. Да, да, да. Вовосика накупали. Скажи всем пока-пока. Все, мы спать. Всем пока-пока.